Новости из мира. Из мира шизов. Иванов, продюсер, вышел. Нет, не вышел. Из психушки записывает видео и даже из психушки терроризирует блогеров Хованского. Представляешь? Хованский извиняется перед продюсером, который сидит в психушке. Вообще. Ну, что там еще? Короче, это просто не. Это не конец, это только начало. Что будет дальше? Я говорю, вот этот год это будет один из самых, ну. Посмотрите, что происходит, такого еще не было. Ну, 21 век. В 21 веке, чтобы такое происходило. Это просто жесть, какое-то восстание шизов просто. Хотя, конечно, это всегда было там, Зильберман, Абдул, в принципе, такое было, но сейчас-то 21 век, сейчас это, по-моему, на мой личный взгляд, главу повстанческой шизоармии возглавляет Иванов и Рыбников. Ну, Рыбников, он как бы теоретик. Он добрый такой теоретик. А Иванов, он именно как бы военный генерал повстанческой армии шизов. И они пытаются вернуть себе то, что у них отняли, вообще, восстание шизов. Да, жестко, конечно. Не, ну вот то, что Рыбников придумал счет древних, это, конечно, на века. Это самое. Вот это я говорю, вот это гениально. Это вот. Нечто в этом есть и музыкальное, и вот особенно, когда он это головой еще поворачивает. Но Альцелков, я говорю, я вот еще тогда, в прошлом году, когда я это репостнул, восхищался этим, это просто, я не знаю, я увидел в этом настоящее искусство, это что-то от Бога, что-то от сердца, от грудь, из ничего что-то создаешь, то есть он создал, он еще так... Ноль, целковый, полушка, осьмушка, короче, просто гениально. Такое, и оно звучит так, главное, под так, то есть он может выйти, я бы на его месте, короче, вышел бы на сцену, ну, где рэперы там, и включил бит, придумал, попросил бы какого-нибудь рэпера нормального записать бит, ну, этого битмейкера, и под это, ноль, целковый. Полушка, осьмушка, мудовичок, пудовичок, наворотничок, там братва, короче, вообще это просто офигеть. И причем собрал бы фанатов, которые офигевают, ну, которые это мемом считают, все это. Они бы просто так офигели. Это был бы вообще перформанс высший класс, это было бы вообще офигенно просто. Если бы я был Рыбниковым, может, я стану Рыбниковым в будущем, если выживу. Короче, я бы сделал перформанс, я бы сказал, я бы всех фанатов Ежи Сармата, Убер Маргинала, а, еще это база, вот это вот, это просто великолепно. Вот никто таким голосом, как он, не говорит. Главное, это интонация, это просто вот, интонация, помноженная на это, вот знаешь, как есть такие вот места, древние силы, некоторые так читают. Это вот то же самое, это как заклинание древней силы, то есть только при этом помноженное на интонацию, полной уверенности в этом. Обычно человек он будет говорить, там, ну, или угорать, а он говорит искренне, и он прям искренне так выходит. Я бы на его месте, если бы я в него вселился, я бы так вышел. И
Итак, и сейчас будет лекция про счет древних там. Короче, начинает гангстер рэп. Ноль, целковый, полушку. Не-не-не. Он должен именно своим голосом. Своим голосом. У него такой необычный. Он у него голос, он не подходит под бит. Там нужно еще бит подобрать. И эту фоновую музыку под такой голос прям не, ну, это база. Блин, это вообще реально, он мог стать таким крутым артистом, выступать, собирать там, как Lil Peep. Ну, собирать бы мог нормально там. Это было бы круто вообще. Капец. Вот люди теряют возможность, блин. Потому что их гнобят вместо того, чтобы поддержать. Над ними угорают здесь, в морде у нас, ну, в нашем. У нас менталитет такой жестокий, к сожалению. Хотя не во всем жестокий, он в чем-то наоборот. На Западе более жестокий менталитет. Ну короче, это капец. Он мог бы реально, вот, если бы я был продюсером, я бы сделал сходку Рыбникова с теми, кто теми, кто там, как они выражаются, ссутся с его мемасов. Все фанаты, представляешь, это все фанаты Ежи Сармата этого, Увермаргинала. Еще там, все фанаты Шуе, короче.